Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Плющук. Выпуск мы сегодня назвали «ВОЗ, авто и за границей. Нюансы, правила, риски». Говорить на эту тему, актуальную сегодня тему, мы будем сегодня с нашим гостем Геннадием Кальковым, первым заместителем начальника татарстанской таможни. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. А давайте с праздничной нотки начнем наш разговор. Завтра, да ведь? Завтра ваш праздник. Да. В конце выпуска обязательно попросим вас поздравить ваших коллег, потому что очень знаменательная, значимая дата. А сначала про серьезное. На фоне уходящих с российского рынка автопроизводителей мировых, закрытия заводов, россияне вот сейчас, в данный момент, увидели некие, ну, некие приятные, некоторые благоприятные такие условия для того, чтобы купить машину. Ну вот, например, в ближайшем нам дружественном Казахстане. Пригнать ее в Россию, использовать на территории России, пользоваться ею здесь. Так ли все на самом деле просто? Есть ли какие-то подвохи, какие-то подводные камни? Что нужно непременно знать человеку, который собирается купить, например, автомобиль за границей и гнать его в Россию, использовать его здесь, чтобы потом не пожалеть об этой покупке? Мы сегодня хотим вас об этом расспросить подробнее, детальнее. Геннадий Алексеевич, вот правильно я понимаю, если, например, автомобиль в Казахстане был произведен, то все же уже, все же пошлины таможенные, все же уплаченные, то есть когда его пригоняют в Россию, ничего платить больше не надо? Ну, если произведен, я могу сказать, что как таковой границы таможенной на сегодняшний день между Россией и Казахстаном нет. С 2010 года между странами действует единое экономическое пространство. Это означает, что единый таможенный тариф, отсутствие таможенных пошлин, ограничений экономического характера, ну, кроме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Из обязательных платежей для физического лица при ввозе транспортного средства остается такой утилизационный сбор. Но это при условии, что действительно транспортное средство произведено в Казахстане, либо там прошло таможенную очистку с уплатой всех причитающих платежей, и данное транспортное средство приобретает как товар таможенного союза. В этом случае только платится утилизационный сбор. На сегодня есть какая-то уже статистика, сколько автомобилей везли россияне из Казахстана? Ну, я могу ответить за зону деятельности татарстанской таможни. Сегодня в республике Татарстан и обращение было в татарстанскую таможню по уплате утилизационного сбора порядка 554 транспортных средств. Mm. Если сравнить с прошлым годом, в прошлом году было введено всего лишь 10 транспортных средств с республики Казахстан. Ну, в связи с ростом популярности ввоза данных транспортных средств из Республики Казахстан, я, конечно, порекомендовал бы физическим лицам при покупке данного автомобиля тщательно проверять документы при покупке этого и ввозе на территорию Российской Федерации. Ой, заинтриговали. Сейчас, наверное, поподробнее об этом поговорим. Мне для начала хочется подвести итоги нашего голосования, которое мы традиционно до начала эфира запускали. Таким образом, анонсировали нашу программу и привлекали наших телезрителей. Мы в этот раз спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вы сейчас решились бы на покупку автомобиля из-за границы? Смотрите, какие результаты мы получили. 18% с хвостиком. То есть, получается, каждый пятый ответил «да», а других вариантов-то нет. Готовы на покупку автомобиля из-за границы. 36%, 37% практически сказали «нет», думаю, это очень рискованно. И большинство, почти 45%, сказали, можно, но надо этот вопрос как-то внимательно сначала хорошенько внимательно изучить. Действительно, риски какие-то существуют? Вы говорите, изучить документы. На предмет чего? Какие могут быть риски для тех, кто решился купить автомобиль из границы? И что стоит рассматривать прям под микроскопом? Да, хочу отметить, что у Казахстана есть обязательства, которые они приняли при вступлении данной страны к Всемирной торговой организации. Одним из таких обязательств является применение в отношении некоторых транспортных средств пониженных ставок ввозных таможенных пошлин. Но при этом транспортное средство для стран ЕАЭС является иностранным транспортным средством. Казахстан при этом взял на себя обязательство не допускать вывоз таких транспортных средств на территорию других государств-членов ЕАЭС без доплаты разницы сумм таможенных пошлин. Ну, то есть разница между установленными ставками по договоренности со странами ЕС и таможенными ставками при договоренности стран ВТО. Гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено возить в Российскую Федерацию без доплаты автомобиль, выпущенный в Республике Казахстан по пониженным ставкам. Так, а если все-таки
россиянин купил такой автомобиль по пониженной ставке. Вот, ну, и что ему делать теперь? Все, уже деньги отдал. Если он приобрел на территории Казахстана, то... Да, и собирается гнать в Россию. То ему нужно обратиться к продавцу данного транспортного средства, чтобы он доплатил эти, так сказать, ставки пошлин, которые не были доплачены при ввозе в Казахстан. В этом случае тогда будет считаться, что он как товар таможенного союза. Естественно, эта информация будет и в Республике Казахстан, и поступит к нам. Тогда россияне ничего не нарушают. Так можно. Если будет доплата. Да, при условии доплаты. Если не будет доплаты, это будет считаться иностранным транспортным средством, ввоз в Российскую Федерацию запрещен. Вот как. Запомнили. Электромобили сейчас очень популярны. Я знаю, что их тоже ввозят. Есть ли какие-то риски приобретения автомобиля с электродвигателем? Ну, это не только касается, да, не только касается Казахстана, это касается и Армении, Киргизии, и Белоруссии. В отношении данных транспортных средств там введена процедура беспошлинного ввоза. Но, естественно, передача этих транспортных средств гражданам Российской Федерации, значит, не допускается. Кроме того, лица, которые приезжают на постоянное место жительства в Россию и ввозят данные транспортные средства, они будут считаться выпущенным свободным обращением при уплате всех причитающихся таможенных платежей. Оплатить разницу, конечно, также необходимо в Республике Казахстан. В этом случае будет считаться, что транспортное средство приобрело статус товара таможенного союза. Есть какие-то еще нюансы, какие-то камни подводные, которые могут встретиться россиянам, которые собираются покупать машину в Казахстане, гнать ее сюда? Скажите, ну, есть, еще, может быть, подвох? Есть такие нюансы, что есть транспортные средства, ввозимые гражданами Республики Казахстан во временный ввоз для личного пользования. Эти транспортные средства также являются товарами иностранными, условно выпущенными, и также они находятся под таможенным контролем. В случае приобретения такого транспортного средства, это будет, так сказать, приобретено иностранное транспортное средство, при ввозе в Российскую Федерацию потребуется уплата таможенных платежей. Понятно. Не так все просто. Можете привести какие-то примеры вот действующих в настоящее время таможенных пошлин? Много мы говорим о пошлинах, о ставках. Сколько это сегодня? Это много? Ну, я могу сказать, что ставки таможенных пошлин зависят от года выпуска транспортного средства, стоимости этого транспортного средства, ну и рабочего объема двигателя. Единые ставки, они по транспортным средствам, они изложены в 107-м решении комиссии таможенного союза, извиняюсь. И, кстати, с этим решением комиссии можно ознакомиться в интернете. Это объемный документ. Там не только про транспортные средства, но также про товары, которые можно ввозить для личного пользования. Где найти его? Можно, пока далеко не ушли от этой темы? На сайте таможенной. Нет, это в интернете. Ну, на сайте есть, да, и это в интернете есть. Это 107-е решение Евразийского экономического союза. 107-е решение Евразийской комиссии. Да. И, кстати, перечень рисковых автомобилей также в свободном доступе. Это можно посмотреть на официальном сайте Федеральной таможенной службы. То есть при поездке туда и, допустим, желании приобрести транспортное средство, можно на сайте ознакомиться, какие автомобили там рисковые находятся на территории Казахстана. Желательно сделать это заранее, да ведь? Да, это знаковые покупки. Желательно заранее. Чтобы потом никаких потом неожиданностей и неприятностей не было. Да. Что еще, кроме автомобилей, везут из Казахстана в Россию сегодня и частники, физлицы, и предприниматели? Ну, как я уже отмечал, что между Российской Федерацией и Казахстаном у нас нет таможенных границ. В то же время товары все равно перемещаются, и, как правило, все участники внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют данное перемещение, они обязаны подавать статистические формы в таможенный орган, в частности, Татарстанскую таможню, если осуществляют лица, значит, резиденты Республики Татарстан. В целом, за 9 месяцев я могу сказать, что из Казахстана в основном возится это сливочное масло, сыры, кондитерские изделия, ну, комбайны, трактора, изделия из пластмассы, ну, то, что, в принципе, как в торговле между странами ЕС. Давайте про параллельный импорт поговорим. Много сейчас этой теме уделяется внимания. Правительство России разрешило параллельный импорт возить без согласия правообладателя, хозяина товарного знака, эти товары в нашу страну. Что такое параллельный импорт
Чем он, собственно, от контрафакта отличается? Разве это не одно и то же? Это не одно и то же. Параллельный импорт – это, естественно, ввоз в страну и реализация оригинального товара зарубежного производителя. Но, иными словами, в рамках параллельного импорта ввозится оригинальная продукция, ну и без согласия правообладателя. Не подделка, не фальсификат, а именно оригинальная продукция. Да, это отличается от контрафакта. Ну, контрафакт – это, само собой, производство того или иного товара под брендом того или иного производителя. Это может быть шито в подвале. Да, это, естественно, низкого качества. Об этом мог и не знать совсем, да, что целая партия каких-то кроссовок. Ну, в этом случае, да, используются товарные знаки, значит, другого правообладателя под этим брендом, как бы пытается реализация такой дешевой, условно говоря, некачественной продукции населению. Вот. Ну, теперь понятно. В своей работе как часто вы сталкиваетесь с контрафактом? Какие санкции предусмотрены за ввоз контрафакта на территорию нашей страны? Я понял, в основном контрафактную продукцию мы наблюдаем при перемещении в международных почтовых отправлениях. Кстати, перемещение контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях запрещено, и поэтому данное почтовое отправление отправляется назад отправителю. Это просто посылка, которую как правило, брелки заказывают там и так далее. Но это, по большому счету, правообладатель говорит, что это контрафакт. И иногда даже до получателя не доходит данное почтовое отправление. А что касается на рынке, то есть у нас производятся совместные мероприятия с другими правоохранительными органами, где мы выходим на рынки и выискиваем контрафактную продукцию. Ну, при этом, конечно, в дальнейшем применяются соответствующие меры. Как что грозит, да? Что грозит, например, предпринимателю, который такое умудрился вести? Грозит административная ответственность, ну, даже и уголовная ответственность. Все зависит от вида товара, количества его и стоимости этого товара. То есть это прямая зависимость, и в зависимости от количества может быть принято даже возбуждение уголовного дела. Про приятное. В какие зарубежные страны сегодня казанцы, татарстанцы из Казани можно улететь? Где еще открыто, куда можно отправиться? Ну, например, на отдых. На сегодняшний день из международного аэропорта Казани осуществляются рейсы. Это в Турцию, это Анталия, Стамбул, Бодрум, Даламант, в Египет, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Объединенные Арабские Эмираты, это Дубай. Ну, также в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Белград можно слетать. Азербайджан можно слетать в Баку. По итогам 9 месяцев через международный аэропорт Казань у нас пресекло более 600 тысяч человек. Оформлено порядка 4 тысяч авиалайнеров. Ага. С нарушителями таможенных правил как обстоят дела? Без нарушителей же, наверное, не обошлось начала года? Без нарушителей, конечно, не происходит, естественно. Но я могу сказать, что из более чем 600 тысяч пассажиров, 542 пассажира были нарушителями таможенных правил. Это с начала этого года, да? Да, с начала этого года. Таможни татарстанской с начала года. Да, 542 нарушителя. Но это не только жители Татарстана, это через аэропорт Казань перемещается из соседних республик еще соответствующие лица. Ну, основная тематика — это перемещение валюты, то есть по превышенным нормам. Ну, и само собой алкоголь. Вещества запрещенные наверняка, да? Или валюты. Основное нарушение, вы говорите, валюту превышает. Ну, превышает, да. Допустимый размер. Давайте напомним, 10 тысяч. 10 тысяч. Долларов. Ну, либо да, я могу сказать, 10 тысяч. Со 2 марта введен запрет на вывоз, значит, иностранной валюты свыше 10 долларов США. 10 тысяч долларов 10. На одного человека. На одного человека, да. Либо эквивалент, правильно я понимаю? Запрещено. То есть, если человек, если с собой доллары, евро, дирхамы, рубли в сумме, да, в сумме. Все, в эквиваленте, да. Каждый из валют. Да. Это касается именно денежных инструментов. Ну, также ценных бумаг и все остальное. Это уже, если будет превышение, то это тоже не допускается. Давайте еще про правила напомним. Про деньги сказали, можно вывести 10 тысяч, либо эквивалент 10 тысяч, не больше. А все остальное? Ну, я могу сказать, там среди 542 это не нарушители перемещения валюты, там еще перемещают и алкогольную, и табачную продукцию. Ну, хочу напомнить, что на сегодняшний день допускается беспошлинно возить 3 литра на одно физическое лицо, достигшее 18 лет. Ну, и то, что свыше 3 литров, до 5 литров
потребуется уплата пошлин 10 евро за каждый литр. Что касается сигарет, то получается возможно ввозить 200 сигарет или 200 стикеров или 250 грамм, условно говоря, табака. На взрослого, старше 18, да, ведь достигшего 18 лет. Дети, младенцы не считаются. Да, не считаются. Последний вопрос. Куда обращаться, если вдруг остались вопросы? Вот мы уже сегодня сказали, что на сайте таможенной службы можно найти перечень, полный перечень опасностей, связанных с ввозом, например, автомобиля, рисковые автомобили, вы сказали, да, размеры пошлин высчитать, примерно прикинуть, во сколько автомобиль, пригнанный из-за границы, вам обойдется. Куда еще можно обратиться, зачем, за какой информацией, если вдруг вопросы наших свидетелей остались или возникли новые? Ну, любое юридическое лицо или физическое лицо имеет право получить государственную услугу по консультированию, которую можно получить в Татарстанской таможне. У нас правовой отдел проводит такое консультирование. Консультирование проводится бесплатно, в ежедневном режиме, в режиме рабочего дня. Узнать подробности приема можно по информату. Это номер 291-92-00. Давайте еще раз повторим. 291-92-00. Это телефон-информатор, а консультация предполагает, что человек ногами придет, да, к специалисту, ну, если у него есть какой-то вопрос серьезный. Консультирование можно, конечно, получить и по телефону, но желательно, конечно, получать, придя, рассказав все ситуации, которые человек видит. Прихватя с собой документы. Да, желательно так. Ой, завтра все ваши коллеги будут отмечать свой персональный праздник, день сотрудника таможенной службы Российской Федерации. Что вам хотелось бы накануне этого праздника своим коллегам сказать? Ну, своим коллегам я хочу пожелать неиссякаемой энергии, успешного притворения в жизнь всех своих намеченных планов, здоровья, благополучия, счастья, ну и удачи, конечно. Спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем. Спасибо. От всей души желаем вам успехов на работе и в личной жизни, и в семейной, чтобы все было спокойно по плану. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о ввозе автомобиля из-за границы и разбирались в разных нюансах и подводных течениях.